Лето – сезон поездок на велосипедах, мотоциклах и самокатах. Чтобы он прошел без травм и ДТП, необходимо соблюдать правила дорожного движения. Инспекторы Люберецкой госавтоинспекции напомнили об этом на профилактическом рейде. Место проведения рейда — улица 8 марта у дома 53А — выбрано не случайно. Недавно на этом перекрестке произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний водитель питбайка. Именно поэтому в поле зрения инспекторов прежде всего дети и подростки. Как участники дорожного движения должны соблюдать определенные правила ПДД. Это какие, находясь на велосипеде? По пешеходному переходу проходить пешком. Пешком, то есть слезать с велосипеда, да? Также, если вы на самокате, тоже слезать, да. То есть в проезжей части не кататься нельзя. Чтобы юные велосипедисты не забывали эти правила, инспектор вручил им памятки и порекомендовал носить велозащиту. Эти же правила действуют для водителей средств индивидуальной мобильности и мототехники. Если несовершеннолетний участник дорожного движения передвигается на мотобайке, по проезжей части передвигаться ему ни в коем случае нельзя. Если автоинспектор дорожно-патрульной службы выявили такое нарушение, то, соответственно, мотобайк задерживаем и передаем дело уже участковому полиции. Соответственно, родители этого ребенка будут нести ответственность за него. О правилах безопасного передвижения сотрудники ГИБДД напомнили и взрослым. В летний период подобные рейды инспекторы проводят регулярно. Главная цель – снизить аварийность на дорогах и предотвратить несчастные случаи. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.